Еще один фестиваль станет традиционным для Самарской области. На Мастрюковских озерах прошел первый международный слет ветеранов боевых действий и фестиваль военно-патриотической песни «Память». Три дня на двух сценах звучали композиции о войне, о родине, о памяти и о жизни. В исполнении вокально-инструментальных коллективов и солистов. Одним из главных направлений фестиваля стало патриотическое воспитание молодежи. Молодое поколение участвовало в спортивных состязаниях, военно-патриотических играх и даже сдавали нормы ГТО. Участниками слета стали около 2000 ветеранов из 10 регионов России, Белоруссии и Казахстана. Одной из самых ярких и творческих оказалась делегация из Крыма. Нам все интересно, потому что Россия – это все новое для нас. Хотя боевые друзья те же самые, потому что в Афгане мы служили, в советское время воевали, поэтому ребят очень многих знаем. С благодарностью приехали, с радостью приехали, ну и тоже взамен получить позитив.